Я хочу предоставить слово Шарон Картер, близко знавшей усопшую. Маргарет Картер известна как один из основателей Щита. Но для меня она была тетей Пегги. В ее кабинете я видела фото тети Пегги с президентом Кеннеди. Ребенком я думала круто, боялась, что недостойна ее, и потому никому не говорила о нашем родстве. Как-то я спросила, как ей удалось стать дипломатом и шпионом во времена, когда на женщин в этих сферах смотрели косо. Она сказала, умеет договариваться. Но если это невозможно, стой на своем. Даже если все доказывают тебе, что черное – это белое, даже если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг – врасти в землю, как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. После разморозки думал, из моих не осталось никого. Потом узнал, что она жива. Да, Спаги, мне повезло. Как и ей с тобой. Кто подписал? Тони, Роуди, Вижн. Клинт. Взял самоотвод. Ванда. Размышляет. Я лечу в Вену на подписание договора. Есть лишнее местечко. Ты как? Выбрать путь наименьшего сопротивления совсем не значит прогадать. Неважно, как мы вместе. Главное, вместе. А чего это будет стоить? Прости, Над. Я не согласен. Я знаю. Тогда зачем ты здесь? Просто хотела быть рядом. Иди сюда.